Привет, ребята, вот сижу вот с таким вот видом и грущу, представляете? Вот ничего не хочу делать, работать не хочу, абсолютно никакого желания ничего делать нету. Вот уже второй день сижу и просто смотрю в точку. Съездил на океан, сейчас живу на Бали, съездил на океан, поработал там спустя рукава и опять сижу. Просто поймал такое выгорание, как называется, да? Ничего не хочется делать. И как из этого состояния выбраться, пока для меня загадка. Сквозь, знаете ли, силы и последнюю энергию работаю, но желания вообще никакого нет. И тут вдруг на меня пришла мысль о том, что куда бы мы ни улетели, мы всегда берем с собой самого себя. Даже если вы живете вот с таким вот замечательным видом в бассейне и думаете, что вот когда я перееду сюда, когда я буду жить у океана, либо у моря, и будет все так отлично, запомните, вы берете с собой себя, и где бы вы ни оказались, вам находиться с самим собой придется. Поэтому, конечно, не нужно наслаждаться тем, что у вас сейчас есть, а нужно стремиться к большему, но какой-то мир и взаимопонимание с самим собой искать всегда нужно. Да, поэтому, если вы грустите сейчас и думаете, что вот резко я сменю локацию и буду жить у океана вот с таким потрясающим бассейном, то, возможно, это не совсем так. Да, возможно, вас тоже будет окутывать некая грусть и так далее. Поэтому, если вы думаете, что, опять же, заработаете много денег и все вообще поменяется, все будет настолько классно и круто, тут я вас тоже могу разочаровать, что я, когда зарабатывал там условно 50 тысяч рублей, тоже ловил такую грусть. Сейчас я зарабатываю минимум в 10 раз больше, и тоже бывают грустные моменты, поэтому... Но без денег значительно хуже, это 100%. Но вот деньги, конечно, они решают, но не все. Все психологические какие-то свои сложности, все психологические свои моменты. И, конечно, с ними сталкиваешься, даже когда есть денег. Деньги, да. И, кстати, катастрофически не хватает. Даже если вы думаете, что будете зарабатывать в 10 раз больше, их тоже будет не хватать. Я вот вчера купил своей семье путевку в Таиланд. Да, я тоже к ним туда прилечу через месяц, через полтора. Вот, и они там будут отдыхать, и я к ним прилечу из Бали. И мы там вместе будем отдыхать. Вот, потратил почти 400 тысяч. Да, и вдруг с повышением доходов, оказывается, растут и ваши потребности, да, и потребности вашей семьи. Это тоже, конечно, вчера я взгрустнул от этого. Да. Что раньше мне казалось, что я куплю путевку семье за 150 тысяч рублей, а мне пришлось отдать 400. Я такой, пам-пам-пам, а еще мне перелететь с Бали в Таиланд, еще мне самому снять номер в этом же гостинице, в этой же гостинице, где и моя семья. Потому что у меня, ну, у нас 4 человека, у меня 2 детей, 2 сына и жена. Мы же не можем жить в одном отеле вчетвером, в одном, точнее, номере вчетвером, нет. Нам нужно 2 номера отдельных. Вот, и что-то я сижу и грущу, и не могу заставить себя второй день работать. Такая вот история, ребятушки, такая вот история. Выгорание поймал, постараюсь завтра выбраться из этого состояния и плодотворно начать, точнее, продолжить плодотворно работать, потому что в таком состоянии жить, конечно, лежишь просто на кровати и все, и смотришь в небо, или даже вон сидишь и смотришь хоть в красивое, но небо, либо на бассейн. Можно, конечно, скупаться в бассейне, но в целом как-то так. Короче, пишите, как вы справляетесь со стрессами. Вот, в общем, давайте. И напишите, кто бы хотели бы жить тут или нет. Классненько или нет? По-моему, классненько, но свои психологические заморочки куда девать, непонятно.